Добрый день. Давайте начинать. Сегодня у нас тема калибровок. Что такое калибровки? Да, давайте сначала семинар скину. Что такое калибровки? Когда мы строим модель какую-то, например, там линейную регрессию, логистическую регрессию, у нашего классификатора есть некоторая уверенность, confidence, в том, какой класс, какая вероятность была предсказана. Но эта уверенность не всегда совпадает с реальностью, с тем, как произойдет в итоге. Что это имеется в виду? Например, у нас есть модель, которая предсказывает вероятность того, что пойдет дождь. И у нас есть вероятность, что пойдет дождь 20%. Что это значит? Модель уверена на 20%, что дождь пойдет. Ну или давайте на 80%, что он не пойдет. Как-то так. Это на самом деле не значит, что дождь пойдет с вероятностью 20%. Ну, как я вначале сказала. То есть это немножечко разные понятия. Вероятность того, что событие произойдет, и уверенность нашего классификатора. То есть как бы разное немного. Примерно как, например, с p-value. P-value — это на самом деле невероятность того, что какое-то событие произойдет. Это некоторая там оценка. Соответственно, чтобы перейти к вероятности происхождения события, к тому, чтобы предсказание нашей модели было более интерпретируемое, используется калибровка. Вот сегодня посмотрим на них. Да, как это выглядит в нашем общем пайплайне? Мы точно, как обычно, обучаем нашу модель. Точно так же все делаем. И потом уже, как бы сверху этого всего, например, тест во выборке или там если мы делаем ко-фолд-валидацию на вот этом вот на одном фолде, который out of box, мы считаем калибровку. То есть это вот прям самый-самый последний этап должен быть. Я сегодня еще расскажу, как это происходит в компаниях по-настоящему, настоящих данных, когда мы постепенно только набираем данные. Вот, но базовая концепция такая, что калибровка нужна, например, в задачах там очень часто медицинских, когда нужно какую-то вероятность предсказать очень точно, когда, ну вот как раз предсказываем риски дефолта заемщика, вероятность наступления страхового случая. То есть когда нам нужна именно вероятность. Нам нужна не уверенность классификатора, а вот прям знать вероятность. Что ж, давайте начнем. Начнем с того, что нам нужно просто обучить наши исходные модели. Сегодня у нас будет, кажется, K-Neighbors, логистическая регрессия и SVM, Support Vector Machines. Данные будут по кредитным рискам. По данным, что тут есть. Ну, duration, кажется, какой-то срок кредита. Кредитная история тоже как-то размечена. То есть тут данные на самом деле, как бы сказать, не числовые. То есть они категориальные. При этом это текст. И нужно их как-то, вот, в большинстве своем, их нужно как-то преобразовать в числа. Мы с вами помним, что регрессия работает все-таки с числовыми фичами. Перекодировать нужно. Используем лейбл-энкодер, потому что у нас здесь, это тоже важный момент, у нас здесь наши значения, они категориальные, и их можно упорядочить. То есть вот тут видно, да? Их можно упорядочить, например, до года, от года до 4 лет, от 4 до 7 лет. То есть это там какая-то сортировка может, в общем, быть произведена. Вот. Соответственно, возраст перекодируем вот по таким катофам. Катоф — это некоторая отсечка, порог. То есть что это значит? Если человек меньше 18, у него будет лейбл 0, это 17-25 — 1 и так далее.
Точно так же делаем со суммой, которую запрашивает человек. Кстати, вот это вот не до конца понятно, зачем нужно. То есть тут, по сути, было бы удобнее, наверное, какую-то регрессию использовать. Ну ладно. Тут мы сегодня не будем смотреть прямо на данные подробно. То есть, возможно, там какое-то не очень хорошее распределение у амаунта. Оно где-то, например, очень много наблюдений там в промежутке от 4000 до 8000. И вот мы таким образом хотим аккуратно учесть также вот эти вот маленькие значения. Вот, ну, тут нужно смотреть. В общем, сегодня семинар немножко не про это. Срок кредита, который запрашивается, также перекодирован. И в итоге получается вот такой у нас датасет какими-то числами. Нолики, единички. Где-то есть числа побольше. То есть, вот, да, мы перекодировали, но, например, принимает значение от 0 до 7. Далее. Иксы, наши фичи, это все, кроме кредитного риска. Вот наша последняя колонка. И наш таргет — это как раз кредитный риск. Посмотрим на самую лучшую работающую фичи по мнению F-классифайера. F-классифайер — это там некоторый скор. Можно сказать, что это некоторый вид корреляции, то есть насколько у нас фича влияет на таргетную переменную. Так, по убыванию больше всего влияет статус. Давайте посмотрим, что это такое. Был ли счет, нету счета, еще тут какие-то значения. Ну да, наверное, валидно. Housing. Непонятно, что это. Ну ладно, возможно, это значит, что человек снимает квартиру или купил квартиру. В общем, ладно. Ну и так далее. По убыванию. То есть мы тут видим все наши вещи по убыванию полезности в модели. Мы тут можем, например, принять решение, что ну, какие-то параметры кредита, ну, ставка, допустим, очень мало влияет на риск. Далее переводим все наши значения в, не знаю, две такие переменные. И теперь тут сразу мы к этому приходим. Ну, ладно. У нас есть таргетная переменная Y, которая не сбалансирована. Уже затрагивали эту тему на лекции про несбалансированный класс. То есть на несбалансированном классе, например, у вас будет плохо посчитано плохо посчитаны метрики типа precision, recall, accuracy. То есть, допустим, у вас класс сбалансирован следующим образом. У нолика будет там 95 наблюдений, у единички будет 5 наблюдений. Как будто у вас таргетная переменная. Что тогда? Тогда вашему классификатору будет выгоднее вообще не учиться и всегда предсказывать. Всегда предсказывать 0. В таком случае у вас будет там recall 100%, precision 95%, что очень много. Ну и accuracy, соответственно, тоже 95%. Вот, как-то так. Поэтому нам нужно немножечко сбалансировать наши классы. Балансировать мы их будем методом smooth. Давайте покажу картиночку, как это должно выглядеть. Что это вообще такое за алгоритм? Что он предполагает? Предполагает, что у нас есть несколько классов. В нашей задаче это два класса. И мы можем нагенерировать, как бы синтезировать новые объекты класса, которого мало. То есть, смотрите, вот в нашем случае у нас с ложочком 1 значение 700, с ноликом 300. То есть нам не хватает тут 400 значений вот в этом классе. Нам нужны их ну, как бы новые точки сгенерить каким-то образом. Что предлагается? Предлагается метод smooth. Как он работает? Давайте вот чуть-чуть приближу, чтобы было понятно. По сути, он работает очень похоже на k ближайших соседей. Метод считается хорошим, потому что его можно использовать, например, на маленькой выборке. Он достаточно, кстати, хорошо помогает
добавить, синтезировать новые значения, чтобы при этом не было каких-то смещений, то есть не было, например, выбросов. Это достигается таким способом, что у вас есть кабель соседей, вы берете эту метрику, ну, достаточно небольшой, в районе 5. И вы знаете, да, что можно в методе к ближайшим соседи подобрать кат так, чтобы не было переобучения. Это примерно тут и происходит. То есть вот тут на картинке у нас есть несбалансированный датасет. То есть мы вот видим, что у нас позитивных точек, вот этих ромбиков синеньких, их достаточно мало. Мы хотим сгенерировать, ну, чуть-чуть дополнительных точек тут каким-то образом. Что предлагается? Предлагается взять, например, три ближайших соседа и как-то тут посерединке, рандомно поставить новую точку, синтетическую. То есть, смотрите, тут у нас, ну, размерность 2. Ну, это значит, что у нас есть две фичи и один таргет. Ну и, соответственно, что тут происходит? Берется какое-то среднее между вот этим вот маленьким кластерочком и синтезируется новая точка. Ну и вот итоговый датасет. У нас появилось больше данных здесь. То есть датасет чуть более сбалансирован. Вот, как-то так. Очень полезный метод, когда у вас не сбалансированы классы. Соответственно, применяем его. И в итоге, что у нас получилось после смоута? После этого алгоритма у нас получилось 700 записей с флагом 1 и 700 записей с флагом 0. Здорово. И давайте еще чуть детали посмотрим. Смоут примерно, ну, в плане интерфейса, в плане того, как мы должны вызывать его, какие у нас там есть функции, методы, работает примерно так же, как модель машинного обучения. То есть, например, так же, как мы делаем, или давайте лучший пример, как мы делаем скейлинг наших фичей. То есть мы должны сделать какой-то фит, то есть посчитать вот эти вот кластеры некоторые. И когда мы делаем скейлинг, мы делаем фит-трансформ, например, на трейне. Тут мы делаем fit-resample. Вот, как-то так. При этом, что важно, мы это делаем на полной выборке, то есть мы еще не разделили ее на train и тест в нашем случае. Вот. Это важно сделать именно до разделения на train и тест, потому что, смотрите, у нас классы по ноликам, единичкам не сбалансированы. И получается, синтезирование новых значений нам нужно будет провести там два раза. Они могут быть еще смещены, потому что здесь уже не сбалансированы классы. Ну, смещены в плане train и тест. Они будут, может быть, разными. Вот, поэтому лучше это сделать добавление новых записей или удаление. Кстати, один из способов бороться с несбалансированными классами. Нужно сделать до того, как мы делим наши данные на train и тест, и только потом их уже поделить. Соответственно, выделяем нам на тест 20% и обучаем первую модель, логистическую регрессию. Что тут получается? F1 score всего лишь 8%. Precision достаточно высокий, да. А recall низкий. Что это может значить? Давайте подумаем. Вот здесь, где мы предсказываем единицу. Мы почти всегда, когда делаем предсказание на единицу, мы делаем это верно. Но при этом очень для многих настоящих true значений класса 1 мы делаем предсказание 0. То есть очень много false, negative результатов вот в этой ситуации. Не очень хорошо. Мне, кстати, кажется, когда я прогоняла семинар, были получше результаты. Ну ладно. А теперь сделаем SVM с kernel RBF.
Давайте я перезапущу, а то что-то как-то очень низкий результат получается. Тут должно быть примерно 70%. Ну, ладно. 8%, 3% и 3% на СВМ с полиномиальным ядром. Ладно. Соответственно, что мы сделали? Мы обучили логистическую регрессию с ядром линейным, то есть линейное приближение, аппроксимация. Мы обучили метод опорных векторов с ну, радиальными такими кластерами, сегментами. И также метод опорных векторов с полиномиальным методом. То есть, ну, по сути, использовали вообще разные... Ой, кстати, Degree 8. Использовали абсолютно разные методы. То есть линейный, такой радиальный и полиномиальный. При этом он квадратичный. То есть степень кратна двойке. Посмотрим на КНН. Кстати, у КНН результат получше. А тут получилось, ну да, то, что должно было получиться, 70%. А, хорошо. Вот, мы посчитали разные модели. Мы видим, что они работают там с разной точностью, с разной полнотой. Нам нужно как-то оценить, а с вероятностью это как-то вообще соотносится или нет. Да. Вот тут как раз цитата того, что я в самом начале рассказывала про то, что такое калибровка, зачем она нам нужна. А, у нас есть некоторое событие, у него есть некоторая вероятность наступления. Вероятность наступления... Ну, заранее я бы сказала, что ее померить нельзя. Ну, вот в настоящем мире. Ну, вот пример про дождь, да? Мы знаем, что есть вероятность вот в это время, вот прямо сейчас, что дождь пойдет с вероятностью 20%. А правда ли вот прямо вот сейчас частота наступления дождя составила 20%? Мы это не знаем заранее, но мы можем как-то либо исторически... Ну вот в нашем примере это будет тестовая какая-то небольшая выборка. Можем исторически на какой-то отложенной выборке посчитать калибровку. Калибровка — это значит, что та вероятность, которую предсказывает модель или ее уверенность, равна реальному наступлению частоты этого события. Как это обычно оценивается? У нас есть лог-лосс. Он хорошо может оценивать предсказанные вероятности. Хорошо может оценивать, потому что тут есть отдельные как бы метрики, тоже мы смотрели это вроде на прошлом семинаре. Отдельно считаются позитивные кейсы, негативные, они штрафуются по-разному. А так, чтобы модель была склонна не быть не слишком уверена, например, для своего предсказания, и не недооценивать свой предсказанный класс. Вот, и тут как раз написан пример. Давайте еще раз напомню, как выглядит у нас график логарифма. Тут нолик. Тут единичка. И логарифм идет как-то вот так. И давайте теперь на примеры. Вот у нас есть логарифм 4. Это где-то тут. Логарифм 5. Тогда какие тут будут значения у Y вероятности? Для четверки
То есть вероятность 25%. Это будет какой-то Y поменьше. Для пятерки, то есть вероятность, там, тут наоборот, она не произошла. Это будет значение алгоритма побольше. То есть, давайте прямо на примере. Мы предсказали вероятность события 25%. Log loss составляет там логарифм 4, это, по-моему, ну, там 1,4. Давайте так. А тут будет 1,5 в нашем примере. И это попадает у нас в позитивный кейс. Теперь у нас, наоборот, предсказано с вероятностью 80% какое-то событие, что оно произойдет. Что это значит? Мы, например, ну вот про дождь. Мы предсказали, что дождь произойдет с вероятностью 80%, то есть, ну, достаточно большая уверенность, да? Тут именно вот confidence, уверенность. И дождь не идет. Ну, то есть одна бы ситуация была, если бы мы предсказали с вероятностью там 50%, ну, то есть мы так, не уверены, so-so. И событие не произошло, и в целом ничего страшного. Ладно, но тут наш классификатор все-таки был очень уверен, 80%. Тогда log loss будет как бы повыше, он будет больше штрафовать модель. И, ну, вот у нас видно, мы попадаем тут в негативный кейс. Мы нашу вероятность сюда подставляем 80%. Это будет логарифм от 0,2. Ну, это там минус заносится внутрь логарифма, и мы берем это как логарифм 5. Вот. Как-то так. Теперь есть пограничные случаи, когда log loss равен нулю. Ну, то есть вообще мы должны минимизировать эту функцию. То есть вот эти значения, как я уже рассказала, если классификатор очень уверен, но в итоге предсказание оказалось неверным, некорректным, log loss увеличивается, он штрафует модель. Если наоборот, он там был не уверен, событие произошло, то классификатор тоже штрафуется, но чуть-чуть поменьше на самом деле. Вот, поэтому, когда мы применяем log loss, классификатор будет склонен к тому, чтобы, как сказать, быть менее уверенным. То есть делать какие-то предсказания в районе 0,5. Вот, есть пограничные случаи, когда log loss равен нулю. Тогда что это значит? Мы предсказали, что там со 100% вероятностью произойдет событие. Или там со 100% вероятностью, что не произойдет. И так и случилось. Все хорошо. Log loss равен нулю. Тут можем это проверить. Логарифм от нуля — это сколько? Минус бесконечность. Он стремится. Ну да, к минус бесконечности. Когда он стремится в бесконечность, наоборот, это когда мы были вот прям точно уверены, что дождь пойдет, вот прям 100%. У нас и облака были, и гроза, и гром, и все вместе, но дождь не пошел. Вот. В такой ситуации log loss очень сильно штрафует модель. То есть у нас он буквально вот будет в бесконечность устремлен. Теперь, почему мы не можем смотреть все-таки на укрок? Аукрок у нас может быть использован для того, чтобы сравнить, например, разные модели. Но он ничего не говорит нам о том, а насколько качественно мы предсказываем вот эти вот вероятности. То есть что тут имеется в виду? Аукрок вообще ничего не знает про вероятность наступления события. То есть он знает только то, какой был предсказан класс, нолик или единичка. И не учитывает, ну, как бы вот эту вот логику, насколько уверен наш классификатор. Давайте посмотрим прямо на примере. Думаю, тут будет понятнее. Вот смотрите. Мы обучили модель, и у нас каким-то образом посчитался... Да, каким-то образом посчитался рок-аук и лог-лосс. Ну, мы просто это знаем. Далее, что мы делаем?
мы в нашем предсказании, ну, предсказании вероятности, да, вероятность делим на 4, то есть уменьшаем ее в 4 раза. Если вероятность была 80%, она станет 20%, то есть очень мало. Что говорит нам Рокаук, эта метрика? Она вообще никак не изменилась. Тут это видно. Что говорит лог-лосс? Лог-лосс увеличился, ну там почти в 2 раза. Это значит, что он стал хуже. Это значит, что наши предсказания стали хуже на самом деле. То есть что тут имеется в виду? Аукрок вообще никак не подвержен изменениям, если предсказания сделаны именно вероятности, не прям финальные предсказания. Вероятности были некорректными. Лог-лосс очень чувствителен к этому. Есть задача как раз-таки вот предсказание вероятности кредитного риска, страхового случая, когда нам важно именно точечно посмотреть на эти предсказания, на эти вероятности. И как раз поэтому мы используем эту метрику лог-лосс и делаем калибровку. Теперь про калибровку, про то, как можно оценить еще. Есть Брир Скор. На самом деле это... Тут видно, очень похоже на МСЕ. То есть что это тут такое? В чем у нас тут отличие? Вот здесь в МСЕ у нас была какая-то функция А от X. Здесь у нас отличие в том, что у нас уже есть какая-то вероятность. По сути, это вот оно же и есть. То есть что тут имеется в виду? Мы как бы вставляем нашу итоговую уже модель в еще одну модель, наращиваем как бы сверху. А в чем смысл метрики? Ну, просто считаем разницу между той вероятностью, которая должна была быть, и той, которая у нас есть. А, ладно, не вероятность, а итоговая метка класс. Берем все в квадрате, берем среднее. Вот, как-то так. Тут ровно такая же логика, как в МСЕ. И функция метод BrierScore есть в базовом SQLearn. Давайте, кстати, попробуем также поделить вероятности на 4, посмотрим, что получится. Да, BrierScore тоже увеличился. И тоже примерно, кстати, что интересно, примерно на тоже количество. То есть тут было примерно x2. То есть там должно было быть 1,4. Бриер скор. Ну тоже. Тут должно было быть 0,5, если было бы x2. Хорошо. Вот мы поняли, что можно на какие-то метрики смотреть, их минимизировать. Давайте теперь чуть-чуть теории про calibration curve. Кривые калибровки. Как вообще понять, что мы плохо скалибровали нашу модель, что она плохо предсказывает вероятность? Обычно смотрят на не просто вот на сухую какую-то метрику, вот как-то оторванную от реальности, да? Ну, понятно, что она должна стремиться там в ноль, но непонятно, 0,25 это уже достаточно, или можно откалибровать все-таки модель, там есть какой-то потенциал. Для этого используется calibration curve, то есть тут ну, как бы немного визуальная такая работа. Как она строится? У нас есть бины. Бины — это ровно то же самое, что ну, как бы точно такое же определение, как когда мы строим гистограмму. То есть мы на какие-то отрезочки одинаковые, либо по размеру, либо просто, ну да, одинаковые по размеру, а именно в ширину, мы делим нашу выборку. Далее, что мы делаем с этой выборкой? На этой выборке, на одном бине, как бы, на одном таком прямоугольничке из гистограммы, мы должны посчитать, а какая была средняя уверенность, то есть мы берем confidence каждого значения вот отсюда, из этого бина, и считаем confidence нашей модели. Confidence — это, ну, если мы делаем логистическую регрессию, это вот прям как раз то, что она возвращает, то, что предсказывает, то, что у нас лежит в игре пред проба вероятности, probability. Берем топ среднее значение. А далее мы смотрим. Берем
Y проба, то есть настоящие Y, настоящие вероятности. И считаем там среднее. То есть вот тут есть какие-то истинные метрики, среднее значение предсказанной вероятности или уверенности. И среднее значение истинных Y. И мы смотрим, тут есть какая-то разница, есть какой-то, может быть, другой тренд. Если он есть, то есть тут это сильно заметно, значит, модель нужно откалибровать. Давайте теперь посмотрим, как можно этот график проинтерпретировать. То есть что мы тут видим? У нас есть вот такая вот линия, идущая по диагонали полностью из 0 в 1,1. И как это можно интерпретировать? Это как бы линия идеальной калибровки. То есть это значит, что если наша средняя предсказанная вероятность на самом деле попала вот в эти вот точечки, то у нас хорошо откалибрована модель. То есть мы и оцениваем вероятность корректно, и уверены в ней, ну, тоже верно, с той же самой вероятностью. Вот. В этом случае что происходит? У нас есть... пример, конечно. Ладно. У нас есть наша предсказанная вероятность, и мы видим, что она выше истинной вероятности. И что это значит? Мы, ну как бы выше чуть-чуть, да? Мы переоцениваем нашу уверенность. То есть мы как бы overconfident. Что это значит? Например, риск на настоящих наших заявках, например, 10%, а мы оценили риск там, 15%, то есть сильно выше, да? Что это значит для бизнеса, если мы переходим в понятие бизнеса? Это значит, что мы оценили на заявках на каких-то риск выше, меньше одобрили заявок, меньше заработали денег. То есть модель работает плохо на самом деле. Ее нужно как бы чуть-чуть вниз сдвинуть по оценке вероятности. То есть она переоценивает вероятность дефолта. Вот это все хорошо видно на подобных диаграммах. Давайте, так, ну ладно, тут такой же примерно пример. Вот еще картиночку. Слишком уверенный классификатор. Что это значит? У нас есть наша оценка вероятности, и она лежит в промежутке от 0,9 до 1. Ну, то есть как будто бы очень много. И тут мы как-то оцениваем нашу вероятность класса. А настоящее значение здесь, допустим, 0,8, какое должно быть. Это значит, что наша модель переоценивает на самом деле значение единички. Вот. Ну и здесь, соответственно, та же самая логика. Давайте еще теперь второй пример. Ну, то есть вот тут видим, да, идет такая некоторая как бы сигмоида вот с таким движением. Когда у нас наоборот неуверенный классификатор. У нас идет тоже сигмоида, но немножечко с другим движением. Тут видно, да? Сейчас. На значениях до 0,5. До 0,5. Это будет, ну, значение там пониже. Если, наоборот, мы слишком уверены, но будет выше этой линии. Ну и для значений больше 0,5, для вероятностей, для бинов больше 0,5, оно будет с обратным трендом. Давайте теперь посмотрим прямо на примере. Тут такая теория. Я подготовила пример того, как выглядит настоящая калибровка. Вот, что у нас тут есть? У нас есть модель изначальная, которую обучили как-то, вот слева.
Это первая строка. И есть откалиброванная модель. И далее, как происходит вообще калибровка? Смотрится на, например, какой-то сегмент. И мы понимаем, что на каком-то сегменте мы недооцениваем риск или переоцениваем где-то. Как это читать? Вот у нас есть, ну, как бы все заявки. Есть заявки, отсегментированные каким-то флагом. Единичка или нолик. Ну, то есть что-то имеется в виду. Например, вот здесь вот у нас 5000. Тут, например, 2000 записей. А тут 3000. Вот. То есть понятно тут логика, да? Это все, а это мы как бы разбили на две группы. Теперь смотрим в целом, что тут происходит. У нас есть какое-то настоящее значение. Это вот эти вот бины, их высота. Настоящее значение, которое, ну, правда произошло, это вероятность по-настоящему произошедшего события. Точки красные — это то, что предсказала модель. Линии вот эти красненькие небольшие — это доверительный интервал предсказания. Ну, естественно, что тут видно до калибровки на всех данных? Видим, что, ну, в целом мы попадаем в эту вероятность. Ну, то есть, да, тут есть вот этот бин, самый первый, на котором, кажется, мы вероятность недооцениваем. Но если мы сегментируем, то есть разобьем на два сегмента, мы видим, что есть сегмент, где мы переоцениваем вероятность дефолта. И есть тот, на котором мы сильно недооцениваем. Сильно недооцениваем — это вот тут, например, 0,25, а здесь там 14%. То есть тут 11% разница, тут разница, ну, какая-то более существенная, давайте 15 напишем. Вот, ну, то есть, понятно, да, это разница, ну, в два раза, можно сказать. Соответственно, как можно это интерпретировать? Модель нужно калибровать. Ее нужно калибровать по вот этому сегменту, по вот этому, вот этой новой фиче, какому-то флажочку. Ну и, соответственно, что дальше происходит? Мы делаем калибровку. То есть смотрим уже вот на вторую строку. Как ее сделали? Применили там один из методов, один из, так скажем, расчетов. И, например, для флага 0 мы стали ниже оценивать эту вероятность. То есть мы видим, да, что вот эти вот бины, они на том же самом месте стоят. Наша вероятность вот этой модели, это красненькие точки, они стали как бы пониже. То есть они теперь не переоценивают риск, они его, ну, чуть-чуть, ладно, чуть-чуть недооценивают, но это уже не настолько значительно. Вот тут самое интересное. Для флага 1, что у нас произошло? Мы теперь стали получше. Ну, кстати, интересно. Бины чуть-чуть изменились тут. Мы стали лучше оценивать риск. Тут уже вот этот гэп уже не 15%, уже не в два раза, а совсем чуть-чуть. Там примерно 5% это 2, это сколько? 25% разница. Вот, ну, в общем, хорошо. И overall вся модель со всеми данными, в плане со всеми записями, ну, выглядит в целом точно так же хорошо. Вот. Примерно так это работает. Хорошо. Пойдем дальше. Теперь тут есть пример. Тут есть пример, как у нас выглядит слабый классификатор и тот, который переобучился или, ну, слишком уверенный. Как бы синоним тут. Что это значит? Что вот это сейчас за картинка? Это картинка того, сколько у нас записей попадает вот сюда, где-то в серединку. То есть что это значит? Если у нас классификатор слабый, это значит, что мы будем с большой вероятностью, это я имею в виду не,
Так просто, как это в жизни происходит. А наш классификатор будет предсказывать значение где-то в районе 0,5. То есть вот здесь у нас такая гистограмма вероятности, которую предсказала модель. Они здесь сконцентрированы в районе 0,5, где-то тут. Если у нас классификатор, наоборот, слишком уверенный, ну, и переобученный, его значения будут, ну, у нас классы же нолик и единичка, его значения будут вот тяготеть к нолику, единичке, и посередине значений прям совсем не будет. Это не очень хорошая ситуация. Мы скорее хотим, чтобы они были, ну, либо равномерно распределены вот так как-то, либо, ну, может быть, с небольшими всплесками. Вот как-то так, чтобы это было. Но вот здесь вот прям явно видна картина, что в серединке совсем нет записи практически. И есть концентрация вот в этих местах. Близко к нулю единицы. Теперь. Ну да, давайте посмотрим, как диаграмма калибровки выглядит на практике. Но ну, я уже показала, да, как это выглядит прям вот в настоящей модели. Ну, тут вот такой пример. У нас есть вот то, как мы посчитали с вами логистическую регрессию SVM двумя разными кернелами и KNN. Как мы тут теперь строим диаграмму калибровки? У нас есть в Scalar чудесная библиотека Calibration. В этом калибрейшене есть метод Calibration Curve. Calibration Curve это по сути, мы вот считаем вот эти вот точечки. Насколько у нас модель уверена, что это эта вероятность, и сколько на самом деле попало в эту вероятность. Вот. И строится такая диаграмма. Что мы тут видим? У нас есть логрега вообще, кстати, не видно. Ладно. А что тут видно? СВМ вот прям очень ровно лежит на идеальной калибровке. Это очень хорошо. То есть что это значит? Если наши с вами модели СВМ, одна из них, предсказывает вероятность, вот, например, вот она, предсказывает вероятность 50%, то это значит, что правда, да. Там будет доля объектов класса 1 50%. Если предсказывать 100%, это все правда, да. Правда, там будет 100% наших значений. Теперь поинтереснее, KNN. KNN немного недооценивает здесь наше значение. Что это значит? KNN думает, KNN предсказывает, что вероятность класса будет 0. На самом деле она 15%. Видно, да? Тут идет недооценка. Теперь давайте посмотрим с этой стороны. Предсказана вероятность 80. Та, которая реальная. Ну, примерно 85%. Давайте, что тут происходит? Тут недооценка, то есть как бы занижает предсказание. Здесь ну, получается, да, тоже недооценка. У нас вся кривая лежит выше идеальной калибровки. Ну, тут, правда, чуть-чуть по-другому. Хорошо. Теперь, как можно все-таки калибровать наши модели? То есть мы вот видим с вами, да, что в целом SVM можно не калибровать, с ним все хорошо. KNN нужно калибровать чуть-чуть вниз. Логрек вообще не отобразился. Непонятно, что с ним надо делать. У нас есть несколько вариантов, как это можно сделать. Тут предлагается начать с
Ладно, давайте. Mail Insight. Это библиотека, в которой можно посмотреть там гистограмму, разбивку на бины и посмотреть reliability, некоторую диаграмму. Reliability диаграмма — это то, насколько можно доверять этим предсказаниям. То есть давайте тут вот на примере. У нас есть наша модель какая-то. Надо посмотреть, что это предсказание. Кажется, последнее, возможно, КНН. Эта модель предсказывает вероятность, ну вот где-то ее значение. Ну, 0,45, наверное. И 0,5. Где-то вот тут. Что мы тут видим? Есть доверительный интервал с 95% вероятностью. Ладно. Ладно, вероятность, ну, в общем, вы поняли. И мы видим, что вот сюда попало, здесь доверительный интервал поуже. Это значит, наверное, туда попало какое-то значимое количество наблюдений. Для 45% доверительный интервал достаточно широкий. Мы видим, что модель здесь предсказывает вообще какое-то очень высокое значение. Возможно, это выброс. Ну, тут в целом было мало значений в этом бине, и модель работает тут как-то некорректно. Ну и как раз доверительный интервал от 0 до 1, что, ну, слишком широко, показывает нам, что здесь недостаточно количество наблюдений на самом деле. Ну, то есть, понятно, да, это примерно аналог того, что вот тут вот я показываю. То есть у нас тут тоже доверительный интервал 95%, тоже какое-то среднее предсказанной моделью. И показана идеальная калибровка. Да, также можно посмотреть распределение вероятности. И вот тут как раз моя гипотеза подтвердилась. У нас очень много вероятностей, очень много предсказаний попало в 50%. Вот. Что это значит? Возвращаемся на 10 минут назад. Это значит, что наш классификатор очень слабый, он не уверен в своих предсказаниях. Он склонен как-то не предсказать 0 или 1. Его предсказания, вот они тут сконцентрированы, 50%. Вот, то есть видим вот эту картиночку, возвращаемся вот сюда и видим вот эту вот желтая линия. Это вот примерно то, что у нас получилось. Только у нас получилось вот просто одно, один такой бин. Вот. Хорошо. Есть ощущение, что просто у меня что-то не так опять посчиталось. Так, ну, в общем, у меня сломался расчет моделей, во-первых. И это как раз причина, почему там получил значение F1 score очень низкое, буквально там доли процентов. И, соответственно, поэтому предсказания все были распределены вот в районе 0,5. То есть мы с вами посмотрели на примере, как вот это прям выглядит. Давайте теперь обычная модель нормального человека. Тут уже confidence интервалы распределены получше. При этом тут видно, что есть некоторые предсказания. Вот видно, да, они идут как-то вот так. Похоже на ту сигмоиду, да, которую мы смотрели. То есть классификатор все-таки переоценивает вероятности. А при этом что тут видно? Confidence интервалы в самых концах достаточно широкие. В серединке, вот в районе 0,5, они узкие. Это значит, что тут значений, вот как раз-то видно тут, в distribution, их вот тут вот побольше, в середине. Давайте. Наверное, смысла сильно нет смотреть. Давайте нормальные графики посмотрим. Мы можем разбить также бины, не просто там по одинаковым размерам, а сами задать вот эти вот группы, чтобы у нас
конфиденс-интервалы были не от нуля до единицы. Это очень широко, это не имеет никакого смысла. А чуть-чуть поуже, чтобы мы могли хотя бы делать какие-то выводы. Соответственно, разбиваем чуть-чуть. Ну вот, например, значение меньше 0,4 и значение там больше 0,6, тоже по 0,2. И что тут видим? Средние. Вот, например, здесь были где-то там повыше линии. Если мы их усредним чуть-чуть, возьмем чуть-чуть пошире интервал, то мы их видим уже вот здесь. То есть они стали ниже идеальной калибровки. И при этом мы более уверены в этом результате. Кстати, интересно, что у нас здесь само значение выходит за confidence интервал. То есть что это может значить? Вот как раз вот тут. Вот это, наверное. Этот бит. Что это значит? Ну, тут мало наблюдений. То есть вообще мало смысла в этом всем. Вот в этом значении. Вот, ну, какой-то график у нас получился. При этом на нем нельзя делать выводы, потому что наши средние значения выходят за confidence интервал. Но очень интересно и красиво. Теперь что можем сделать? Мы тут видим, что у нас есть какие-то значения, которые мы предсказали с вероятностью 0,2. На самом деле правильно было предсказать вероятность 0, то есть прям совсем ничего не произойдет. Есть гипотеза про то, что наш классификатор не совсем корректно ведет себя в районе нуля для того, чтобы, ну, как бы сгладить наши наблюдения, которые от нуля до единицы лежат. Мы можем их логарифмировать. То есть логарифмизация позволяет нам расположить все наши значения как бы где-то рядом, как бы кластеризовать их. То есть тут вот прям на примере это видно. И они падут там вот в район 0,5, 0,5, 0,5. И таким образом мы увидим, что у нас есть какие-то, например, аутлайеры. То есть вот что тут и произошло. Мы логарифмировали нашу reliability диаграмму, наше значение. Теперь у нас уже, ладно, сейчас вот так. У нас уже, ну ладно, поуже чуть-чуть confidence интервалы. У нас значения кластеризовались в районе 0,5, окрестности 0,5-0,5 точки. При этом есть вот тут выброс и вот тут выброс. Ну тут, ладно, еще сойдет, потому что confidence интервал примерно половина из всего, что может быть. Но интересно, что confidence интервал смещен как бы вверх, само среднее под калибровочный, под идеальной калибровкой, под линией идеальной калибровки. То есть тут нужно еще поразбираться, что это за значение, почему так произошло. Это либо аутлайеры, либо, может, там есть какой-то сегмент, вот как я в примере показывала, где не очень хорошо работает наша модель. Ну и плюс тут тоже видно, да, что даже в окрестности этой точки не идеально работает. Ну, то есть видно, да, что есть точки, которые ниже этой кривой, причем значительно, вот тут. Есть те, которые выше кривой, и конфиденс-интервалы тоже не совсем сходятся. То есть точки лежат вне этих интервалов. Тут нужно поразбираться. Но, скорее всего, просто мало записей, поэтому так происходит. Это интересно. Теперь, как происходит калибровка? Мы наконец к этому перешли. Есть тут разобраны два подхода. Есть один подход, когда мы делим наш датасет на тренинг-выборку, на тестовую выборку, ну, на которую мы обучаем нашу изначальную модель, и калибровочную выборку. То есть у нас появляется как бы еще одна подвыборка в основном датасете. То есть что это значит? Например, для трейна нам нужно записей там 1000, для теста нужно записей, давайте, чтобы было как-то статистически значимо, ну, 300-400,
То есть у нас уже датасет должен быть там 1500 записей. Плюс калибровка. То есть мы видели, да, как тут плохо все выглядит на нашем размере датасета. Примерно сколько там? 20 или 30% вроде бы от 1500. Вот, то есть нам тоже нужно подобрать как бы достаточное количество записей. У такого подхода, соответственно, отсюда следует, есть минус в том, что он как бы не щадящий к количеству данных. Нам нужно много данных, чтобы его использовать. Есть второй подход. Это кросс-фолд-валидация. То есть это вроде должно было быть на лекциях, но давайте чуть-чуть просто бегло расскажу. Вот, у нас есть какие-то одинаковые части по одной третьей выборки. Ну, тут понятно. Мы их можем, ну, там, перемешать или просто брать по порядку. Есть разные варианты. Соответственно, что делаем? Мы берем сначала, используем для трейна вот эти две трети. Это трейн. Для теста вот эту часть. Это в первой итерации. Во второй итерации мы уже вот это все. Ладно, цвет не очень удачный. Давайте черным. Во второй итерации мы вот эту всю выборку берем как трейн. А вот этот кусочек берем как тест. Ну, то есть в моем случае k-fold, это значит, что k равно 3 количеству вот этих фолдов, как бы, не знаю, это не папочки, короче, кусочки данных. И так 3 раза мы достаем оттуда train, тест, данные. Естественно, как можно к этому подойти? Мы берем также вот какую-то часть данных, на которую делаем калибровку, на которую ее считаем. Как это происходит в реальности? Вернемся к настоящим задачам. Как происходит в реальности? Мы берем количество данных за предыдущие месяцы. Ну, то есть нам важно, да, чтобы наша модель, у нас же, например, изменяются наши внешние факторы. Ну, тут я имею в виду, ладно, есть какие-то задачи, например, вероятность происхождения какого-то страхового случая или вероятность там в медицине. Есть, например, ну вот про кредиты, да. У нас выборка постоянно меняется, то есть те люди, которые приходят получать этот продукт. То есть что это значит? У нас есть тут также сезонность некоторая. Например, мы учим модель на данных за лето. Летом, как правило, бизнес-активность немного снижена, там есть специфичные люди, которые приходят за этим продуктом, ну и так далее. Например, там в декабре люди склонны очень много покупать подарков, соответственно, больше тратить. Соответственно, наверное, будут какие-то другие люди приходить за подобными продуктами. Ну, то есть понятно, да, тут есть какие-то внешние факторы, есть сезонность и так далее. Соответственно, что мы делаем для обучения модели? Мы берем какие-то данные, например, ну там давайте за 5 месяцев. Так, сейчас у нас март. Мы берем данные за 5 месяцев с... Сейчас посчитаю. С августа по январь. Август, сентябрь, октябрь, декабрь. Ну да, 5 месяцев. Далее. Сейчас март. То есть что это значит? У нас есть еще плюс 2 месяца. С февраля по март. На которых у нас можно посчитать тест. Ну, то есть провалидировать то, как работает модель.
И обычно калибровка на этом этапе не проводится, то есть вообще не делается. Проходит примерно месяц, один месяц, наступает апрель. В этот момент можно посчитать калибровку. Ну, то есть оценить, насколько хорошо у нас работает модель, которую мы внедрили на прод. Вот тут вот, ну, где-то в марте мы это сделали, да? Ну, в общем-то, вот, да, оценить, как она работает, хорошо-плохо, хорошо ли на самом деле, на настоящих данных оценивают эти вероятности, и уже провести калибровку, задеплоить уже ее на прод. Вот, обычно такой подход используется. Вот, но у нас задача такая, в которых у нас данные как бы со временем не добавляются, у нас уже есть фиксированный датасет, у нас обучение с учителем полностью. Поэтому вот у нас есть такие варианты. Мы делим либо на три подвыборки, прям уже сразу же зная, сколько у нас будет данных, либо мы делаем k-fold, k-fold-валидацию. Так, наверное, у меня уже должны быть нормальные картинки. Ну да. Ладно. А теперь далее, как происходит вообще калибровка? Как это выглядит математически? Математически можно модель нашу, то есть что нам нужно делать? Нужно ее как-то выровнять, то есть, ну не знаю, как скалибровать. А если мы недооцениваем риск, нужно сделать как бы сдвиг чуть-чуть наверх. Если переоцениваем, сдвиг чуть вниз. У нас есть разные также, ну, сегменты, части вот этих бинов. Может быть, где-то нужно сделать повыше, где-то наоборот пониже. Это все нужно аккуратно посмотреть. И вот это изменение, калибровка, она может быть произведена, например, там какой-то частично заданной регрессией. То есть что имеется в виду частично заданная? То есть регрессия — это когда у нас просто есть какая-то прямая, да, линейная. А изотоник, регрессия, это значит, что она у нас кусочно заданная. То есть у нас есть какие-то вот, ну, такие ступеньки, кусочки, которые описывают наши данные. То есть вот что у нас тут на этой картинке видно? У нас есть данные синенькие и линейный классификатор, получается. Ну, его можно описать вот такой линией зеленой. И мы видим, что, ну, в целом, да, где-то вот в этой области. Вот в этой области все работает хорошо. Это примерно там серединка от всех вот этих значений. Ну, то есть в среднем, да, можно сказать, что предсказание сделано хорошо. Есть вот эта область, которая выделяется. Видно, что она как-то повыше этой линии. При этом снизу значений вообще нет. То есть почему бы у нас классификатор не был чуть-чуть сдвинут повыше? При этом у нас есть значения в районе нуля, которые переоценены. То есть мы делаем предсказание вот такое, например, на 110. Кстати, это про регрессию сдачу. А настоящие значения были где-то низко. Ну, то есть видно, да? На самом деле линейная регрессия нам сдала какое-то среднее. То есть видно, что есть вот эта область и вот эта область. И они как бы конфликтуют друг с другом. То есть одна перевешивает другую, и мы и не там хорошо не предсказали, и не снизу хорошо не предсказали. То есть взяли какое-то просто среднее. Соответственно, тут нам на помощь приходит калибровка. Калибровка здесь, ну вот она как раз описывает это поведение. То есть тут видно, что вот в этой области она, ну, там практически совпадает с линейной регрессией, с ее значениями. Здесь она чуть-чуть повыше, то есть видно это поведение. Здесь она, наоборот, пониже. То есть что нам делает вот эта вот изотоническая калибровка? Она нам как бы помогает усреднить на разных бинах. Бины — это вот эти промежуточки. На разных бинах посчитать разные на самом деле значения линейной функции. То есть мы как бы проводим тут некоторую такую сегментацию.
Вот, как-то так. Как-то описывается математически. Ну, это просто какая-то функция f. А здесь это, я подозреваю, какое-то что-то типа среднего, может быть. Вот. Это может быть функция f. Ну, допустим, kNN значение. Вот что-то такое. Она изотоник изотонической регрессии характеризуется тем, что у нее есть вот такие вот, ну, как бы ступеньки резкие. Соответственно, применяем ее, делим наши данные в соответствии с нашим подходом на train, тест и калибровку. То есть, как это выглядит? Кстати, интересно, что тут используем train, а тут smooth, который с дополненными данными. Ладно, хорошо. А, вот. В общем, делим наши данные на train, тест и данные калибровочные. И считаем support vector machines с кернелом полиномиальным. Ну, то есть ту же самую модель применяем. Далее делаем fit нашей функции изотоник regression. Вот тут мы ее инициализировали. И смотрим на результат, который получился. То есть вот такая у нас изотоник calibration curve вышла. То есть тут тоже заметно такое некоторое поведение. Тут. Давайте сверху начнем. Сверху. Мы немного недооцениваем вероятность происхождения события здесь, и calibration curve ловит это такой исход событий. То есть она видит, что мы чуть-чуть выше, чем идеальная калибровка. Здесь тоже вот такой кусочек выделился, примерно больше 0,5, что тоже мы недооцениваем немного вероятность, которая должна происходить. А в значениях меньше 0,5 тоже такая же ситуация. Мы недооцениваем вероятность исхода события. То есть тут такое вот немного поведение, да, тоже сигмоидальное некоторое. Примерно как у нас было вот в теоретическом примере. Ну и видно как раз то, что это изотоник кривая. У нас такие ступенечки получились. Ну, хорошо. На самом деле такая кривая может легко очень переобучиться. Ну, то есть понятно, да, тут можно разбить ее на очень-очень много маленьких кусочков, и она будет очень, ну, как бы с очень маленькими вот этими промежуточками. То есть она будет идти как-то вот очень-очень мелко ступеньками. Это не очень хорошая ситуация, поэтому за этим нужно следить, чтобы такого не происходило. Так, это на трене. Это то, где мы калибровали наши данные. Теперь смотрим на тесте, то есть что на самом деле это у нас. Трейн-тест соотносится, как это вообще на самом деле сработало. То есть что тут выглядит у нас? Вот эта вот кривая ровно такая же, это вот прям она же и есть. А данные точечки — это уже данные с теста настоящие. Ну и то есть тут видно, есть какие-то выбросы, которые не учитываются на самом деле. Есть вот такое вот значение. То есть, ну вот, просто интересно это посмотреть. Да, и эта диаграмма, кажется, не построилась. Ладно, reliability диаграммы. Я скину еще сегодня в чате курса статью интересную, полезную, про то, как интерпретировать такую диаграмму. Какой вообще у нее смысл? Давайте попробую быстро рассказать. Что у нас тут есть? У нас тут есть как раз вероятность нашего предсказания, вероятность, наша уверенность, так скажем, и есть настоящий исход событий.
Да, и тут это разбито по, получается, данным. Нам нужно, чтобы все наши данные лежали на вот этой кривой. Ну, примерно такая же логика, как и здесь. Но единственное отличие... Давайте открою картиночку. Да. Тут можно построить, получается, вот какой-то такой график и выбрать некоторую, например, отсечку по нашим метрикам. То есть, что я тут имею в виду? Мы можем... то есть там что оценивается? Вот эта разница между точечкой и между идеальной калибровкой. Мы здесь видим на картинке, что очень много значений попадает вот в этот промежуток, то есть с уверенностью больше 80%. При этом средняя уверенность у нас в районе 0,7. То есть мы тут видим, что выборка в целом не супер, не супер сбалансирована. Возможно, имеет смысл выбрать какой-то порог отсечения. Ну вот, например, здесь было предсказание, что на картинке ImageNet. Порог уверенности 80%, и это будет хороший результат. Вот. Ну, тут интересно почитать вообще. Статья реально полезна. Если вы это осознаете, то будет здорово. Так, далее. Ну, это то же самое, только отлогарифмированное. То есть мы с вами видели, да, точки в районе 0,5 все скомпоновываются, но есть тоже тут какие-то аутлайеры. Теперь давайте быстро пройдемся еще по видам регрессии, которые могут быть для калибровки. Это, например, сигмоидальная. То есть что тут у нас происходит? У нас есть логарифм от вероятности того, что событие произойдет. И предполагается, что этот логарифм вероятности как-то зависит от тоже некоторой функции линейной. То есть тут бета — это тоже какие-то веса, ну, линейная комбинация, и альфа — это какой-то сдвиг. Ну и далее, если развернуть эту функцию, ой, если развернуть эту функцию, то у нас получится вот такая формула, то есть что-то с экспонентой 1 поделить на 1 плюс экспонент, то есть экспоненциальная функция с сигмоидальная, со сигмоидальным поведением. Да, что у нас получилось? Вот как раз такая картиночка. Видим, что у нас для логистической регрессии. Для логистической регрессии мы, получается, недооцениваем, то есть слишком неуверенно, слишком неуверен наш классификатор. И вот такая калибровка у нас получилась. То есть настолько нам нужно калибровать нашу модель. Это на трейне. Это что получается на тесте. То есть уже не настолько красиво, да? Тут уже есть какие-то больше аутлайеры, больше чуть-чуть выбросов. Но в целом тоже поведение описывает. И такая же релабилити диаграмма на тестовых данных. Да, и тут вот есть вывод. Мы все приводим к логистической, логарифмической шкале. И что мы видим? У нас есть какие-то значения, которые там очень маленькие или которые очень большие. Как-то так. И мы видим, что у нас все значения сконцентрированы вот здесь, где-то 0,5. Это значит, наш классификатор склонен к тому, чтобы все значения вот сюда вот поместить. Еще один способ — это калибрация. Она в целом немного, наверное, похожа на сигмоидальную, но тут у нас есть чуть просто больше параметров. Z — это разница предсказания вероятности и той, которую мы сделали, предсказание. И такое тут поведение в целом тоже очень похоже именно на сигмоидальную регрессию. То есть вот видим, да, как тут у нас идет.
функция. Единственное, тут вот в чем разница. Мы можем здесь управлять тем, насколько большой сгиб будет, например, на значениях больше 0,5, на значениях меньше 0,5. Он может быть, ну, как бы более округлым или более таким сглаженным. Вот это все управляется как раз вот этими разными параметрами А, Б, С. Хорошо. Ну, тут тоже видим такой же результат. Все значения как бы скучкованы в районе 0,5. У них есть небольшой разброс, но в целом, да. А теперь с использованием cross-fault валидации. Сделаем калибровку наших функций SVM и... Так, что мы тут делаем еще? А, ну да. Сделаем калибровку SVM методом изотоник и сигмоидным. И мы получаем следующий результат. F1 score в изотонике 0,78, в сигмоидном 0,74. Это примерно то, что мы видели на картинках. То есть изотоник чуть-чуть лучше калибрует нашу модель. И собираем картинку со всеми калибровками. То есть что тут происходит? Есть идеальная калибровка. Есть синенькая. Наша модель до калибровки полностью. То есть, опять повторю, мы тут видим вот это вот поведение. Такое сигмоидальное. И это значит, что у нас немножечко модель не уверена, у нас значение скучковано там в 0,5. И мы делаем калибровку двумя методами. Изотоник или методом Плата. Ну, в плане сигмоидальную. Теперь сравним, получается, зеленую линию сигмоидальную и оранжевую изотоник, такую кусочную заданную функцию. В изотонике наши точки, получается, скалиброванные, они уже ближе к идеальной калибровке, вот к этой вот линии. И это очень хорошо. А сигмоидальная функция, ну тут видно, она очень близко как бы идет к нашей изначальной функции, к SVM. То есть она очень сильно повторяет вот этот тренд. Тут видно, да? Что синенькая и зелененькая линия, вот даже тут очень сильно видно. Давайте другой цвет выберу. Вот тут вот у них одинаковый тренд. Вот тут вот они тоже одинаково изгибаются, вот даже до таких углов. Вот, то есть калибровка, ну, в целом как-то работает, но и на этой картинке, и на метриках заметно, что сигмоидальная, вот эта сигмоидальная снизу, работает чуть-чуть похуже, чем изотоник, калибровка. И, кстати, accuracy сильно различается на 3% целых. Вот, как-то так. Ну и плюс, наверное, тут полезно посмотреть на log loss, как он меняется. Сравнить в методе изотоник и сигмоид, ну или Брейера, метрику. То есть мы с вами помним, да, что precision, recall, accuracy — это метрики, ну, они достаточно устойчивы к тому, какие вероятности нам предсказываются. Вот. У меня все. Вопросы? Пожелание, предложение. Нет, ничего, нет. Спасибо большое. Целом всем понятно. Спасибо. Да, хорошего дня. Да, спасибо вам. Хорошего вечера. До свидания.